Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня битва... Нет, сегодня не битва замков, сегодня у нас какая-то другая игра, короче. Чтоб тебе не было скучно, буду выпускать обзоры на другие игры. Мне присылать начали ключи, что меня не может не радовать, потому буду вам показывать игрушки. Так что попробуем перевернуть игру на нашем канале, чтобы алгоритмы Ютуба начали видеть у меня и какие-то другие игры, кроме битвы замков, потому что на битву замков алгоритмы тоже уже положили. Положили свой большой и красивый лайк. Лайк, кстати, поставь, если хочешь видеть почаще такие видосики. Мне прислали игру, называется Clone Drone in the Danger Zone. Мне ее прислали, мне никто ничего не платил, ничего никто не просил. Вот решил поиграть, могу говорить что угодно, мне абсолютно плевать. Если игра понравится, то понравится. Если она будет угарная, то угарная. Если не понравится, соответственно, сами знаете что. Ну, вы в любом случае в комментариях пишите. Тут уже по менюшке я вижу, что она похожа немножко на Майнкрафт. Тут что-то все квадратно. Есть сетевая игра, есть одиночная игра. Давай в одиночную игру. Играете впервые, рекомендуем пройти режим истории. Ну, давай попробуем пройти. История, бесконечный режим, испытания, режим Twitch. Ну, слушай, а походу эту игру нифигово так что ли стримят? Я не понимаю. Ну, давай история. Начало эпической истории о непокорности человеческого духа. О, божечки. Но мы при этом играем за робота. Так, у нас глава, сложность нормальная. Давайте нормальная, потому что я не киберкотлета. О, божечки. Разум новое, а тело старое. Если разум знает, как драться, то он... Не знаю, надеюсь, все будет хорошо. Ой, ой, какая чувствительность мыши. Настройки. Вот видите, я первый раз захожу, я даже как бы чувствительность мыши ничего не настраивал. Так, окей. Слушай, ну музыка уже веселая, это хорошо. Подожди, мы с кем-то... Это какая-то арена? Какие-то чуваки? Я не знаю, это, знаешь, это инвалиды Майнкрафта какого-то. Жену музыка прям вымораживает. Так, подожди. А, понятно. У нас тут арена, как бы, story мод. Я так понимаю, это можно играть и с другими ребятами. Если что, это игра в Steam. Я не знаю, сколько она стоит. Но, конечно, вряд ли она дорогая. Слушай, если понравится, вот, если что, пишите в комментариях, я ее могу постримить. Они что-то дергаются. Бля, ну слушай, это прикольно. Пожалуйста, возвращайтесь к лифту. А, мало энергии. Ладно, пошли в лифт. Ну, чувствую по графонию, тут она пойдет на многих, как бы, компьютерах. Доступно улучшение. А, меня взяли. Дополнительная жизнь. Огненный меч. Слушай, ну давай дополнительную жизнь прокачаем. Бля, это еще так эпично все звучит. Ладно, мы прокачались. Возвращаемся обратно к лифту. Это то, что меня ждет, что ли, или что? Слушайте, я могу ее хоть каждый день записывать с прохождениями этой игры. Смотри, как тут опасно. Подожди, боковой удар надо, боковой удар. Господи, они носятся за мной, музыка такая злая. Иди сюда, сука. Так, а по мне не попадают, да? Потому что я офигенен. Я просто суп. А, это клон активирован. А это был мой единственный клон. Вон оно чё. Я когда силу прокачал, то есть у меня появился клон. А так бы я проиграл бы. Блин, что-то позорно уже в самом начале вырубиться. Господи, а значит они ваншотят? Значит они ваншотят? Это как бы, это уже меняет дело. Но и я ваншочу. Я могу прыгать. Я могу шифтовать, окей. Я выиграл! Посмотри, все прыгают. Ведущие.
Короче, не, слушай, это потешная фигня. Так, окей. Это что? Пнуть, убивайте противника с ног. Лук, вы получите лук. Вот тема. Меня улучшили и выкинули. Использовать лук, все, понятно, я понял. А, слушай, меня уже ждут противники с луком. Блин, если бы я лук не сделал бы, то все было бы грустно. То есть они сейчас будут закидывать меня, да? Ёб твою мать! А все, типа, у меня только один патрон? У меня только один патрон, серьезно? Да иди ты на... Начать заново. Да ты, что это такое? А наш следующий участник небольшая собачка. Это какая дос... А это мне заново надо проходить? Вы издеваетесь? Слушай, а это какая-то скилловая игра получается? Блин, ну это походу игра напрашивается на стрим или на долгие прохождения. Ой, что это такое? А, это мусорщики, они груду металла почистили. Я, блин, надо жизнь прокачивать тогда. Похер на лук, надо жизнь прокачивать. И мне заново прокачиваться надо? Окей. Так, у меня появился клон. Так. Да твою мать! Твою мать! А, у меня аж все попадало. Блять, что-то меня эта игра начинает веселить. Точнее, веселит она меня с самого начала. Но и злить при этом. Ну иди сюда. Они парируют мои удары. Смотрите, рядом еще труп валяется. А-а-а! Так, я даже одного не забрал. Вот вы запарили прыгать. Да камон! Ха-ха, смотри, я ему ногу отрезал, сука! Прыгай теперь на одной ноге, говно! Ха-ха, ему и вторую ногу отрезал. Бежит. Что, у меня FPS проседает? Да, значит, на каждом калькуляторе эта игра не пойдет. Но я как бы графику поставил на максимум. Но я боюсь, типа, если не на максимум поставлю, то что тогда? Да, ну наконец-то. Блять, это сложно. Ребят, это сложно. Качаем жизнь. Какой будет смерть человека, как думаешь, анализатор? Я думаю, что лучники будут пускать с него стрелы. Блять. Давай жизнь еще делаем. Человек сделал клона, как мило. Блин, еще эти комментаторы, это тоже отдельный прикол. Вот как мне теперь этих... Так, их, понимаете? Их слишком много, блядь. Я не знаю, как тут мансить, чтобы они не попали в меня. Потому что тут они тоже ваншотают, как я понимаю. Так, забрал, блядь. Ой, ёб твою, у меня нога одна осталась. Ну твою мать. Твою мать. Одна нога, сука. Одна нога осталась. Мне ж теперь не увернуться. Посмотри, они даже ждали, пока я допрыгаю до них. Ёб твою дивизию, сука.
Последний остался. Боже, помоги мне. Боже, помоги. Одна нога осталась. Одна нога, ёпта. Ёпта, одна нога осталась. Твою ж дивизию. Слушай, а следующий бой у меня с одной ногой будет или нет? Может, этот человек пил много кофе? Окей, попрыгали. Ты ёб твою инвалидная. Я еще прыгаю. О, за мусором приехали, смотри. И там эти, бля, зрители такие. Ну чё, мне ногу не восстановят? Походу нет. Можно ремонт сделать. Восстанавливает все повреждения. Так, а тут что? Запас энергии, две ячейки энергии, огненный меч, отражение снарядов. Ну давай починимся. Блин, по одному очку только дается. А чё он меня сжёг? А он меня заново починил. А, энергия понятно для чего нужна. Чтобы, короче, шифтить можно было дольше. Господи! Идите нахер! Ты, тут еще мечники! Блять! Я не хотел материться, ребят, но это очень сложно. Это очень сложно. Бля! Так, надо с этим мечником разобраться. Я разобрался! Так, что там, лучники остались? О, тут еще прыгать можно, нифига. А я и не знал, что здесь можно было прыгать. Я и не знал, что тут можно было прыгать. О, я его напополам разрубил. А как до этого мудака добраться? А, все, понял. Да! Я прошел! Я прошел! Человек не умер. А я так хотел этого. Зато у него появился шанс сразиться с другими роботами. Может, он умрет чуть позже. Блин, слушай. Я думал, что это фигня полная. Вот, ну реально, я смотрел как бы на заставке, что-то там на стиме смотрел скрины, думал, дерьмище полное. А тут же еще и мультиплеер есть. Короче, ребзя, лепим лайки, хочу для вас поснимать эту игру, ребята. Так, огненный меч, подожди. Джетпак? А, жизнь сделал, давай, как бы. Потому что есть... Ну, я не хочу закончить игру, я лучше буду клоны делать. Поднимите глаза в небо, наш император прибыл. Дорогие роботы, мы захватили группу людей, посмевших вторгнуться в наше владение. Но этого недостаточно. Во Вселенной остается еще миллиарды незахваченных людских разумов. Уже скоро наш флот прибудет на ближайшую космическую станцию людей. А пока узрите нашего новейшего боевого робота. Я представляю вам Паук-бота 5000. Ох ты ж, блядь, помимо паук-бота, тут еще 4 бомжа бегущие. Вот мне ж с вами что делать? Нихера! Блядь! Да как так-то, а? А, я... А, меня просто уронило, я встать могу. Он на одной ноге прыгает. Да твою мать, вставай! Вставай, мудак! Так, минус одна нога. Да твою мать! Вставай, мудак!
Блять. Вставай, мудак! Да твою! Сколько у меня хп еще осталось? Блять, меня ушатал он. Мудак! Жизнь есть? Жизнь есть, отлично. Сейчас пройду босака. Музыка такая, прям вообще. Как будто в Дензи играешь, нормально. Тема. Бля, а как его убить? Надо ноги бесконечно рубить, я так понимаю. Давай! Я сделал это. Толпа! Толпа ликует! Император, обломись! А? Император! Слушай, я не знаю, короче... Короче, это надо постричь. Я не знаю, что, ребят, пишите в комментариях, что делать. Ой. Доступно улучшение. Слушайте, давайте на этом остановимся. Вот, огромнейшее спасибо, кто до конца смотрел. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Вот. Ну, это реально классно. Сделаем еще жизнь, что нам еще остается. Did you know that most humans have no clone backups? What about twins? They don't act as replacements when one of them dies. Короче, ладно, ставь лайк и пока, дружище. Спасибо тебе за то, что смотрел. Блин, прикольная игра. Чао.